Полсотни человек заживо сгорели в ДТП в Актюбинской области. Загорелся автобус на трассе Самара-Шымкент в 320 километрах от областного центра. Выжить удалось лишь нескольким пассажирам. 52 человека погибли, еще 5 пострадали в результате возгорания пассажирского автобуса, сообщает пресс-служба ДЧС региона. По предварительной версии, в салоне «Икаруса» находились граждане Узбекистана. На место пожара направлены 2 пожарные бригады в составе 8 человек и 2 единицы автотехники. В департаменте по ОЧС организован оперативный штаб под руководством заместителя Акима области. С пострадавшими работают психологи, медики, полицейские и спасатели.